Друзья, всем привет! Захожу в интернет, смотрю, многие огородники открыли сезон, начали сеять. Причем сеют не только цветы, ну, которые, в принципе, нужно в январе сеять. Смотрю, сеют и перцы начали, и томаты для раннего урожая. Я проживаю в Московской области и считаю, что в январе сеять такие культуры не стоит. Вот у меня неплохие условия для посевов. У меня большие подоконники, выходящие на южную сторону. У меня хорошая подсветка. Стеклянные теплицы, правда, не обогреваемые. Но я в январе ничего не сею. Начинаю все с февраля. Если у вас чешутся руки, чтобы что-либо посеять, потому что сеют все, возьмите, пойдите, купите еще семян. Или подготовьте емкости для рассады. Заняться вообще дел очень много. Вот я сейчас сижу, складываю рассадные пакеты, в которых буду выращивать рассаду. Думаю, сниму видео, как раз сделаю, знаете, небольшой обзор про эти пакеты, потому что они мне понравились. Я их в прошлом году покупала в интернет-магазине. И вот кто, допустим, не знает, в чем выращивать рассаду, может быть, это видео и пригодится. Я эти пакеты уже использовала, поэтому могу оставить свое мнение о них. Первый совет, если вы будете их покупать, покупайте пакеты на 0,9 литров. Вот пакет на 0,9. Очень удобный для выращивания перцев, томатов и баклажан. Эти пакеты на 0,5. В них будет удобно выращивать огурцы, арбузы, кабачки, если вы делаете рассаду. Они отличаются объемом, они одинаковые, то есть по ширине, только разница по высоте. То есть этот пакет просто обрезан. Вот. Внизу пакета имеются дренажные отверстия. И по длине пакета есть микродырочки. Я не знаю, будет их здесь видно или нет, но через них вода не проходит. Это только для дыхания корневой системы сделано. Пакет очень плотный, разрывов нет, если аккуратно пользоваться. То есть это не, знаете, не целлофан какой-то тонюсенький, это довольно-таки плотный очень пакет рассадный. Что хочу сказать. Вот эти все пакеты, которые здесь находятся, это уже использованные пакеты, я их просто помыла. Вот у меня с прошлого года остались новые пакеты, неиспользованные. И вот использованы. Разницы нет вообще. Я решила, почему бы мне не сэкономить на рассадных емкостях и не использовать их дважды, трижды, и насколько их хватит. Перед тем, как просто высаживать растения, вы подсушиваете земляной ком, и он с этого пакета легким движением просто отсюда вытаскивается. Вы высаживаете растения, собираете эти пакеты, закидываете их в бочку, наливаете воды, растворяете это легкий раствор дезинфицирующего любого средства. Все это там несколько часов лежит. Вы просто все это промываете, ну и трижды ополаскиваете. Все. Вот таким образом раскрыть, вы их просушиваете. Дальше просто легким движением вы вот так их складываете. Я просто сразу их не сложила, некогда было, поэтому и занимаюсь этим сейчас. И все это очень легко, аккуратненько у вас получится. И вы можете на этот сезон опять их использовать. Вот так я их складываю по 10 штучек здесь. Перевязываю резинкой, между прочим, чтобы пакеты, даже рассадные, у вас не рвались, или просто пакетики с семенами. Не используйте резинку, которая идет для денег, потому что она рвет. Рвет все пакеты, особенно семенные пакеты. Просто возьмите чистую колготку, уже негодную, и разрежьте ее. И получаются вот такие мягкие резинки. И они не будут рвать вам ни пакеты рассадные, и тем более пакеты с семенами. Тем более они так не рассыпаются, как резиночки для денег. Вот таким образом по 10 штучек вы будете хранить ваши пакеты. Отлично, просто отлично. И экономия какая большая. Чем еще мне понравились эти пакеты, хочу вам показать, рассказать.
Я пикирую, переваливаю растения обычно. Это когда уже один настоящий лист или зачаток второго настоящего листа. Я вот так подкатываю пакет. Насыпаю сюда землю. Допустим, это помидорная рассада. Практически в два раза уменьшаю этот пакет на 0,9 литров. Засыпаю сюда землю и высаживаю сеянец. По мере роста, значит, корни же, получается, становятся корней больше, земли меньше. Соответственно, вы приподнимаете борта этого пакета и подсыпаете землю. Опять приподнимаете, подсыпаете землю. Вот почему на 0,9 литров удобные пакеты. Вы можете удлинять его и насыпать столько земли, сколько вам нужно будет. И тем более, даже если вы весь его развернете, конечно же, вы полностью по самую края не сделаете землю. В любом случае, она у вас будет, бортик будет свободен в сантиметр или в два даже. Соответственно, у вас здесь не 0,9 литров уже, а 0,7. Это максимум земли. Поэтому вот пакеты на 0,9 самое выгодное покупать. А в таких пакетах я выращивала в прошлом году баклажаны, не понравилось. Маленький пакет, получается, земли у вас насыпано вот так, и здесь получается всего лишь там 0,3 земли, 300 грамм земли. На 0,3 получается объем. Поэтому этот пакет хороший, вот я уже сказала, для огурцов. Потому что они здесь сидят совсем короткий промежуток времени для бахчевых культур, в общем. И хорошо цветы еще, типа петуньи, какие вы выращиваете. Отличный объем. Высеваю, конечно, семена я в другие емкости, чтобы был сверху парничок. А сюда уже у меня идет в эти пакеты перевалка. Так, и вопрос, куда же ставить такие пакеты, потому что они имеют дренажное отверстие, значит, должна быть емкость, куда выставлять эти пакеты. Я позапрошлом сезоне, то есть два сезона назад, приобрела вот такие поддончики, видите? Это тоже из садовых магазинов, из любых, мне кажется, они везде продаются. Стоят они 66 рублей, я покупала за один. И отличное, сюда эти пакеты, смотрите, вы выставляете вот так, и они у вас вот таким образом стоят на окне, вот так. Замечательная вещь, но единственное, а эти поддоны, они не плотные, ну не сильно плотные, то есть видите, они так вибрируют. Поэтому, когда вы выставляете сюда пакеты, и чтобы они же с землей тяжелые, с рассадой, и просто взять вот так поднять и, допустим, перевести рассаду, вы не сможете, потому что они хлипкие. Они только для того, чтобы вы их поставили на окно и выставили сюда пакеты с рассадой. А перевозить вам уже надо в более таких надежных ящиках, потому что могут лопнуть. Вот они мне прослужили два сезона. Единственное, у них места такие, знаете, некачественные. Это вот где сгиб. Здесь могут образовываться маленькие микродырочки. Поэтому, смотрите, вот два года прошло, вот у меня здесь на сгибах образовались дырочки. Поэтому я просто возьму, даже не буду выбрасывать, поддон сложу двойной. И так буду выставлять сюда пакеты, и будет нормально. Поэтому, кто ищет емкости для выращивания рассады, я рекомендую такие пакеты. Чем еще хороши пакеты? Они занимают очень мало места. Вот эти емкости от сметаны, от всяких печенек, еще чего-то, я уже не собираю. Потому что это столько занимает места, это нужно где-то хранить, это просто нереально. Поэтому пакеты сложили, помыли, сложили, убрали аккуратно. Вот так экономично они занимают место. Здесь, между прочим, больше 200 рассадных пакетов. Еще раз хочу сказать, что я давно не люблю ранние посадки, потом весной ломаю голову, куда девать вытянувшийся перц там, или томаты. Все-таки вот нехватка света, потом слишком сухой воздух в квартире делают свое дело. Рассада перерастает, потеряет иммунитет, и урожай вы получите слабенький. Поэтому всему свое время. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости, комментируйте. Всем пока!